Привет, интернет, с вами снова дядя Сережа, канал Айда Мастера. Сейчас я нахожусь на квартире, куда меня пригласили доделать сантехнику и, в общем, завершить ремонт. Значит, прошлая бригада, которая взяла за ремонт, она как бы, ну, не то, что ее никто с позором не выгонял, нет, просто поменялся клиент, то есть клиент продал на стадии ремонта квартиру нашему, да, заказчику, вот, и заказчик захотел, как бы, проверенных мастеров, которые сделают, не захотел работать с теми, да, вот, то есть не было никакого у нас тут конфликта. Вот, значит, я сейчас прокачиваю компрессором систему водопровода, держится примерно на 5, все хорошо, вот уже прошло где-то минуты 3. Значит, смотрите, опять же, не буду ничего критиковать прям так сильно прошлую бригаду, то есть они сделали, как они, как умели, да, то есть вот, главное, что держит, да, но, опять же, это не показатель, полипропилен может потечь и через 2 года после опрессовки, это в 100 раз уже было такое. Вот, значит, смотрите, что я хотел сказать. Если бы эта система сейчас не держала бы совсем, я бы срезал бы весь полипропилен, мне помогли бы снять бы гипсокартонные листы, я все как бы из перегородок вытащил бы и весь этот водопровод бы сделал бы на шитый полиэтилен, потому что там практически исключен человеческий фактор, да, там тоже есть, как бы, но минимально. То есть в полипропилене намного больше влияют руки на исполнение. Далее, вот сейчас вы видите скрытая разводка полипропилена. И она частично только заизолирована. Значит, так делать нельзя. Надо изолировать полностью вместе с фитингами. Вот, это болезнь полипропиленщиков, потому что все должно быть в изоляции, иначе все может быть подвержено быть деформации. Конечно же, могут раньше выйти из строя эти трубы. Еще помимо этого, про полипропилен. Значит, смотрите, в СНИПах и в нормах и правилах нигде не написано о том, что нельзя полипропилен класть в стенах. Но там написано про трубы. Про фитинги вы нигде ничего не прочитаете. Но нету ничего про фитинги. Вы хоть можете из полиэтилена сделать, то есть из пакетов полиэтиленных фитинги, как бы это будет как бы не нарушать нормы и правила, потому что там ничего про это не указано. Дальше. Что говорит производитель про монтаж полипропилена? Стыки должны быть обезжирены, то есть спиртом, да, ну, не должны быть грязными. То есть вы где-нибудь видели полипропиленщиков, которые вообще как-то обезжиривают перед пайкой стыки? То есть фитинги внутри, наружу трубы протирают, ничем. Далее. Помимо, то есть себя ответственность уже снял производитель, когда доверился нашему российскому сантехнику что-то делать. Дальше. Многие полипропиленщики не знают о том, как отличить бракованный либо некачественный полипропилен от хорошего полипропилена. Вот вы смотрите, если вы берете трубу, она должна быть максимально идеально круглой. То есть не должно быть никакого быть овальности. Вот, то есть должно быть максимально близко быть к округлой форме, то есть кругу вернее. Вот. Далее. Фитинги должны быть матовыми, как вот здесь шведские, видите? Шведские фитинги, то есть матовые, не глянцевые. Вот. И, соответственно, желательно еще, чтобы на наружных, хотя бы на наружных фитингах, то есть наружной резьбой, были тут грани под ключ. Вот. Чтобы при закручивании не сюда шведками браться, да, а специальными на грани, как бы, да, делать упор. Вот как-то так, ребят. Ну, не знаю. Вообще говорю, что полипропилен — это как бы все зависит от мастера, как он спаяет. Ни один мастер не даст вам гарантию, не покажет вам, что он профессионально спаял трубу. А все опрессовка — это все лирика. Опять же говорю, что может через несколько лет потечь, потому что у полипропилена свои есть подводные камни. Вот, какие будут температуры в трубах, то есть какие будут среды, какая вода будет. В общем, все от этого зависит. Вот, и ни один мастер не скажет: вот смотри, я спаял качественно полипропилен, и не сможет вам доказать без вскрытия, то есть без разрушения стыка, то есть не сможет никак сказать. В общем, на других материалах это можно посмотреть, ничего не разрушая, просто проверить мастера там, вот, или себя проверить. Никогда мастер на полипропилене пока что не сможет вам доказать, что он спаял грамотно, правильно, и что это точно никогда не потечет. Так что вот такое вот видео, надеюсь, вам понравилось. В общем, жмите лайки, подписывайтесь, до встречи, пишите комментарии. Будет, наверное, опять много недовольных комментариев. В общем, все. Пока.